Подумал я над такой вещью, как сбор тайников, контрабанды разной на Скеллиге. Ну и что, если в каждой серии по часу в начале два вопросика осматривать? Я думаю, не стоит записывать подряд, потому что это нудно. А так два вопросика обошел, полутал и пошел задание выполнять. Мне кажется, так будет проще. Хоть это немножко растянется, и всегда будут деньги. Чего ты здесь ищешь, злодей? Йеннифер была права. Цири действительно появлялась на Скеллиге. Она прибыла туда из другого мира в компании таинственного чародея. Девушка и чародей сражались с дикой охотой, а затем бежали через порталы, ведущие в Велен. Здесь обрывался один след и начинался другой. Гораздо позже дикая охота появилась на острове Хиндерсфьяль. Это могло означать, что Цири вернулась на Скеллиге. Лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его.
скотина! Раз два вопроса, почти перегруз. Расплавишь клинок и откуешь заново. Меч должен хорошо рубить. Интересуешься оружием? Будь здоров. Интересуешься? Будь здоров. Значит, верну. С удовольствием взгляну.
Будь здоров. Интересно, такой ли ты крепкий, как Гоблин? Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Всадники и зрители, достопочтенное семейство Дегельбудов приглашает вас на огромные скачки неподалеку от их имения. Эй, зевак! Интересно, а я смогу поучаствовать? Если хватит денег на вступительный взнос, есть собственная скаковая лошадь. Почему бы и нет? Только решай быстрее. Сейчас начнется. Я хочу участвовать в скачках. Бесподобно. Твой титул и имя твоего скакуна? Геральт из Ривии на плотве. Восхитительно. Твоим соперником будет, дай-ка я посмотрю. А, Шеймус Хольт, верхом на Атосе. Наездники в седлах. Считаю до трех. Один, два, три, старт! Очередной прибыль. Последний заезд на скачках памяти Разма Вегельгуда выиграл. Неплохо. Однако не будем обманываться, у тебя не было серьезных противников. Я могу поучаствовать в скачках? Дурачок, да? Он говорит, я могу поучаствовать в скачках, когда мне надо это говорить. Я хотел бы поехаться еще раз. Дивно. Скоро начнется новый заезд. Твоим соперником будет Виконт Роммер, верхом на каникулах. Виконт состязается инкогнито, поэтому прошу не разглашать его тайну.
Наездники созданы. Считаю до трех. Один, два, три. Старт! Идите свои. Пожалуйста, это еще один страшило. Внимание, внимание! Последний заезд на скачках памяти Разма Вегельбуда. Браво! Поздравляю с блестящим выигрышем. Я могу поучаствовать в скачках? Я хочу попробовать еще раз. Чудесно. В этот раз твоим противником будет Люк Вегельбуд. Кузен молодого Альберта. Верхом на суккубе. В роду он паршивая овца, но еще ни разу не проиграл ни одного забега. Он, можно сказать, звезда ипподрома. Наездники Сотла! Считаю до трех. Один, два, три. Старт! Внимание, внимание! Последний заезд на скачках памяти Разма Вегельбуда выиграл! Великолепная скачка! Поздравляю с выигрышем! Ну-ну! Вот было для цирка. Геральт из Риги, я правильно понимаю? А в чем дело? Да вот, хотел сказать, красивая победа! Инака, держи приглашение от шефа. Он лично хочет тебя поздравить. Прощай!
Вот бы его для цирка. Вечный огонь ведет нас! Благодарю за приглашение. Поздравляю с победой у Вигельбудов. Люк, конечно, говнюк, каких мало, но я не припомню, чтобы он раньше проигрывал. А раз ты выиграл у него, значит, можешь победить и в Палео, заработать настоящие деньги. Палео? Впервые слышу. Блять, ну что за деревенщина? Палео — это ночные скачки по улицам города. Когда-то каждый район выставлял наездников, теперь все иначе. Ты будешь гонять с лучшими жокеями Бедлама и Ровина. Но я верю, ты их сделаешь. Согласен. Прекрасно, я очень рад. Только ты меня, сука, не подведи. А то я собрался поставить на тебя небольшое состояние. Иди, готовься. Выпей там отвару из ромашки или что вы там еще делаете. Палео, прежде всего, гонка за честью. Победитель получит не только награду, но и славу. Вы готовились? Начали! Но! Как чувствовал, когда тебя нанимал. Мои поздравления. Дай-ка я тебя чмокну, Геральт. Нет? Ну нет, так нет. Значит, чмокну платву. Красотища! А что с моей платой? Бери, сука! Никто в этой жизни не заслужил денег больше, чем ты сегодня. Храмовая стража, ходу! Валим отсюда! Это образ мысли.
Течешь? Мечи высший сорт. Покажи. Будь здоров. Познакомилась с Лютиком. На поэтическом турнире в Эландере. Конечно, я и раньше слышала о мастере Лютик. И, разумеется, сперва он показался мне надутым, самовлюбленным фанфароном. Только сперва? Я изменила мнение, когда он подошел меня поздравить. Я не думала, что он будет так любезен после поражения. Лютик может раздражать. Но бывают минуты, когда я понимаю, что он умеет быть честным и благородным. Если бы не это, я бы с ним, наверное, не выдержала. Понимаю. Я добрался до ублюдка младшего. И что? Ты узнал что-нибудь? Цири и Лютик должны были украсть для него казну Дикстри. В обмен ублюдок обещал найти кого-нибудь, кто починит филактерий Цири. Она связалась с этой сволочью. Невероятно. Все знают, чем заканчиваются договоры с Вилли. Цири была в отчаянии, но ты права, это была не лучшая мысль. Ублюдок ранил Цири, пытал Дуду. Дуду? А при чем здесь он? Похоже, Лютик попросил его помочь Цири. На счастье, Дуду сумел сбежать. Теперь, наверное, где-то скрывается. А что с Вилли? Он мертв. До свидания. Снова ты здесь крутишься, ревизор. Откуда у тебя такие новости? Этот тайный для трубака. Жизнь прекрасна, только жалко. Надо сходить к доктору. Ты славный Геральт из Ривии? Я прав? У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Так чем я должен тебе помочь? Чем говорить, проще показать. Образ стоит тысячи слов и так далее. И ты, разумеется, понимаешь. Если ты разболтаешь про то, что видел, заработаешь перо под ребро. Ясное дело. Замечательно. Последняя просьба. Точнее, рекомендация. Не вынимай меча из ножен, покуда я не скажу. Прошу следовать за мной.
Опять. Барт? Барт, перестань сию же минуту. Я плохой. Из-за меня усоединя со мной. От того, что ты бьешься головой о стену, ничего не изменится. Барт болит. Барт, меньше думать. Меньше думать. Меньше грустный. Откуда ты вытащил этого тролля? Из Зерикании. Я выиграл его в карты у торговца верблюдами. Шутки у тебя одна лучше другой. Ты видишь, чтобы я улыбался? Я абсолютно серьезен. Барт стерег горбатых коней. Там жарко. А Сиги забрал Барта. Сиги добрый. Я вижу, что с троллем ты отлично ладишь. И зачем ты меня привел? Видишь дыру? Мы к ней еще вернемся. А за этой дверью сокровищница. До недавнего времени полная новиградских крон и других драгоценностей. Я стерег, но было бум, и нету шамны. В переводе на человеческий. Кто-то свистнул у меня почти 20 тонн золота, не считая мелочи. А ты поможешь мне их отыскать. Почему ты сам этим не займешься? У тебя вроде есть знакомство в местном преступном мире. Зачем тебе еще и ведьмак? Видишь ли, эти деньги принадлежали не только мне. Скажем, я содержу некий банк для посвященных. По понятным причинам я не хочу, чтобы вести о моих проблемах разошлись по городу. Именно поэтому мне нужна помощь со стороны. Откуда уверенность, что мне можно доверять? Нет у меня такой уверенности. Я рассчитываю на твой инстинкт самосохранения. Потому что если ты меня подведешь, я тебя убью и скормлю Барту. Барт, неприятно. Работа такая. Хорошо, я тебе помогу. Не вижу энтузиазма. Это все из-за ведьмачьих мутаций. Нас же лишают эмоций. Иначе я бы прыгал от счастья. Ладно, мне надо осмотреться. Но сперва у меня есть пара вопросов. Я весь внимание. А сколько все это добро стоило? Так, более-менее. А что? Хочешь прикинуть премиальные? Не надейся. Я тебя слишком хорошо знаю. Я просто хочу понять, что ищу. 3 ящика нильфгаардских флоринов, сундук изумрудов, рубинов и топазов, серебряные канделябры и блюда. А, долго перечислять. Вся шамна. Кто-то видел, что произошло? Кроме Барта? Нет. Об этой сокровищнице знали только совладельцы казны. Ну и воры. А в день нападения в самих банях ничего подозрительного не случилось? Гопен клялся, что все было спокойно. Постоянные посетители, никаких эксцессов. Грёбаная идиллия. Я так понимаю, воры пролезли через дыру у тебя за спиной? Рад твоей сообразительности. О чем еще спросишь? Какой нынче год? Как зовут короля Редании? Нет. Но мне, например, непонятно, как эта дыра тут появилась. Ее не было. А потом бум! И была. Барт хотел увидеть. Но не увидеть, а спать. Потому что злые грибы. Какие еще злые грибы? Плесень Попса. Ее споры настолько ядовиты, что всего пара вдохов, и тебе конец. Только тролль, может быть, продержится. Барт тролль. Может быть. Я не тебе говорю, баран. О чем бишь я? Ах да, плесень. Так вот, в каналах за сокровищницей ее очень много. Я думал, это будет дополнительной защитой. Но воры ее как-то обошли. Ты видел их, Барт?
Как Барт вышел из дыры смотреть, что Бум вдохнул гриб и заснул, и нету Шамны. Ладно, ладно, не расстраивайся. Бум, поясни. Бум! Такое большое. Я поясню. Взрыв разнес стену, отделяющую каналы от сокровищницы. Я вижу, ты отлично находишь общий язык с троллем. У меня большой опыт. Я всю жизнь работаю с идиотами. Ты пробовал пойти по следу воров? Разумеется. Взял одного бугая, Фонса. Он так туп, что вопросов не задавал. Приняли мы с ним по антидоту против попса и пошли в стоки. А минутой позже я вернулся один. Что случилось? Парень стал страшно рыгать. Так что эхо шло. Говорю ему: Фонс, перестань. Ты все-таки в обществе графа. Бывшего, но все-таки. А потом он блеванул и остался без антидота. Я пытался его вытащить, но услышал эдакое бульканье, и что-то вылезло из воды. Я ценю жизни своих людей, но свою еще больше. Так что бросил я Фонса и рванул к выходу. Можешь описать это что-то, которое вышло из воды? Нет. В каналах полно разной дряни, там ничего не разглядишь. Ну, что-то ты наверняка заметил. Нет, не заметил. И не провел предварительного таксономического анализа. Я драпал со всех ног. Ну, пора осмотреться в каналах. Есть у тебя еще антидот против попса? Да, пара ампул. И формула на всякий случай. Отвратительная бурда, откровенно говоря. Но работает. Прошу. Спасибо. Не за что. Буквально. Если ты тут задохнешься, мне от тебя пользы не будет. Пойду-ка я наверх. А то как взгляну на пустую сокровищницу, сердце ноет. Ну, удачи. Ох, Люди, во что ты ввязался? Я-то думал, ведьмачьи эликсиры и мерзость. Края трубы выгнуты наружу. Что-то разворотило ее изнутри, заодно вырвало кусок стены. Похоже, тут сходятся все сточные трубы из бани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Решетка из трубы. Взрыв смял ее, как картонка, по краям. Остались следы раствора. То есть до взрыва ее не снимали. Ее вырвало из стены ударом. Следов магии не чувствуется, значит, это была бомба, не заклинание. Но почему нет ни следа взрывчатки? Может, тут все смыло? Пуски труб. Какой же был взрыв, если они досюда долетели? Прут к пруту. Через такую решетку ни хрена не протолкнешь. Определенно шел туда. Очередная побрякушка. Мелкие это, наверное, Карл Вореза, а четкие это Король Мыщик, может быть. Может и нет. Огнеёб это мемги. Это бугай, о котором говорил Дикстра. Об этом Дикстра не говорил.
Значит, он из команды Лютика. Здесь повсюду блевотина. Видимо, он тоже выпил антидот и тоже не смог его удержать. Надо сжечь эти... Иначе утопцы так и будут сюда топцы пойдут пировать в другое место. Еще одна блестяшка. Донышко сосуда покрыто рунами и оплавлено, возможно, взрывом. Должно быть осколок бомбы. Пахнет как масло виверны и карамель. Больше я тут ничего не узнаю. Пора возвращаться к Дикстре.
Золотой. Тут следы заканчиваются. Видимо, Лютик погрузил казну на лодку. Есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Я уже облазил все каналы вокруг сокровищницы. Ну и как? Что ты узнал? Сокровища высыпались из ящиков, так что я смог пройти по следу воров. Знаешь, как в той сказке с крошкой? Припоминаю. Гензель, Гретель... Сожжение ведьм очень по-новиградски. След вел до самого выхода из каналов и там оборвался. Готов спорить, что ящики погрузили на лодку. Понятно, что не на телегу. Лодку мы не выследим. Значит, это тупик. Я нашел тело одного из воров. Его стошнило от антидота, как этого твоего Фонса. Прекрасная смерть. У него было что-нибудь при себе? Ничего особенного. Пустой флакон. Будь он важной персоной, его бы так не бросили. Значит, обычный носильщик, такие ничего не знают. Мертвый след. Буквально. Похоже, стену сокровищницы разрушила бомба. Посмотри. Дно серебряного цилиндра. Покрыто рунами. Интересно. Знаешь, что было внутри? Я угадал часть компонентов по запаху. Масло виверны и сахар. Сахар? Геральт, у меня нет настроения шутить. Я не шучу, говорю, как есть. В бомбе был сахар. Подумаем. Сахар бурно реагирует с серной кислотой. Но не так быстро, чтобы вызвать взрыв. Бессмыслица. Не знал, что ты разбираешься в алхимии. Усил немного в Оксенфуртской академии. Но сейчас не время для воспоминаний. Ты казну мою ищешь, а не биографию составляешь. Узнал еще что-нибудь о бомбе? Бомба взорвалась в трубе, которая выходит из стены рядом с сокровищницей. Но сточная решетка в момент взрыва была на месте. А значит... Заряд подложили изнутри. Точно. Я думаю, что было так. Кто-то вошел в баню, спустил воду в одном из бассейнов и бросил цилиндр в сток. Бомба прошла вниз, застряла у решетки и, как говорит Барт, большой бум. Надо понять, в какой сток бросили бомбу. Это единственный перспективный след. Верно. Капен ведет книгу посетителей, так что мы поймем, кто был в бассейне в день нападения. А ты неплохо поработал. Благодарю за признание. А, твоя знаменитая ирония. Мне так ее не хватало. Неужели? Угу. Как гвоздей в исподнем.
Ну ладно, ты осмотри бассейны справа, а я возьму те, что слева. Позови меня, если что-то найдешь. Здесь искать нечего. Серебряная крышка. Похоже, от цилиндра в стоке. Дикстра, иди-ка сюда! Есть что-нибудь? Ага, фрагмент бомбы. Капен, спускай в воду из четверки и тащи сюда книгу посетителей. Раз, два. Кстати, ты уверен в Гапене? У него доступ к баням круглые сутки, и он мог подслушать, где ты держишь сокровища. У Гапена много недостатков. Он напыщенный павлин, временами ведет себя как настоящий хер, как бы это ни звучало в его отношении. Но он абсолютно верен. Откуда такая уверенность? Ведьмак должен разбираться в чудовищах. А шпион в людях. Филиппе Эльхард, ты тоже когда-то доверял. Да. Но я не вытащил ее из коверской тюрьмы в ночь перед казнью. Посмотрим, что тут у нас на дне. Решетка из стока вынута. Значит, сюда и бросили бомбу. Гапен! Кто был в этом бассейне в день ограбления? Поглядим. Бертольд Хайнц, городской советник. Йозеф Швейк, генерал. И марграф Хенкель. Хенкель? Быть не может. Почему нет? Старик принимает земляные ванны с самой зимы. Вот уж кого тут не могло быть в день нападения. Он умер? Я и не знал. Ничего удивительного. Достопочтенный марграф склеил ласты в борделе, одетый в кожаные шмотки. Так что семья похорон не афишировала. Но я-то свое дело знаю. Однако же я видел его вон и злополучный день своими глазами, господин Ройвен. А ты с ним разговаривал? Присматривался к нему? Нет. Он прошел мимо. Иными словами, ты видел не Хенкеля, а кого-то, кто под него сработал. Подумай головой. Тебе же яйца отрезали, а не мозги. А ты, Геральт, займись этим. Повежливей, пожалуйста. Я тебе не мальчик на побегушках. Прости. Я до того привык командовать, что я не замечаю этого. Ладно. И с чего начинать? Зайди в дом Хенкеля. Это такой запущенный каменный особняк к югу от главного рынка. Ловчила которого мы ищем, мог оставить там какие-нибудь следы. Ну, бегом. Будь здоров.